Чтобы капитально обновить фасад и кровлю по адресу Флотская, 5, рабочим потребовался месяц. Работы по благоустройству жилого здания начались в августе этого года, а уже в сентябре их завершили. В соответствии с контрактом на обновление фасада было затрачено 573 тысячи рублей. На ремонт кровли более 1,5 миллиона. Это очень хороший пример комплексного подхода. С одной стороны, благодаря фонду капитального ремонта был произведен ремонт и замена кровли данного многоквартирного жилого дома. С другой стороны, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, Куйбышевский район получил благоустроенную территорию, отвечающую всем пожеланиям. Пятый дом по Флотской был построен и введен в эксплуатацию в 1947-м. В этом году рядом с многоквартирным строением в рамках программы формирования комфортной городской среды благоустроили сквер Речников. Согласно дизайн-проекту, который разрабатывали на основе пожеланий жителей, здесь обустроили плиточные переходы, дорожки, газон, привели в порядок деревья. В границах сквера появились детские аттракционы и спортивная площадка. Оставить жилой дом в прежнем состоянии практически в центре обновленного сквера власти города и региона не могли. Сейчас это стало местом притяжения для всех. И, естественно, то, что отремонтировали дом, это прекрасно. Он преобразился, стал светлый, люди ходят, смотрят. Жители дома довольны очень. Максимально задействовали рабочую силу, чтобы все это успеть вовремя, чтобы жильцам не предоставлять каких-то неудобств. Как бы нам что администрация помогала в этом плане, что жильцы шли навстречу в каких-то моментах. Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома по адресу Флотская, 5, выполнили в рамках краткосрочного плана на 2020-2021 годы. Работы завершены с опережением графика и приняты жителями без существенных замечаний. Ольга Павлова, Константин Головин. События.